Всем привет! С вами дядя Володя Страшный. И сейчас я буду делать из электродов стройки прибор для поисков Шамбалы. Прибор очень простой. Очищается электрод от обмазки путем отбивания. Обязательно отбивать надо на цилиндре ИЖ Планета 5. Только таким способом оголенный металл электрода, то есть пруток, обретает свойства чудодейственные, которые в дальнейшем нам помогут найти в этом дворе Шамбалу. Ну, в общем, смотрите то, что будет дальше. Порошок пойдет для присыпки от бородавок. Чтобы Шамбалу найти без помех, металл должен быть очищен полностью. Ну, вот, нагрязно мы очистили напильником, а сейчас будем зашкуривать наждачной, ну, хотел сказать бумагой, но, конечно же, шкуркой. Самое главное — не переусердствовать и диаметр прутка не сделать меньше предельно допустимого, меньше 3 мм. Ну вот, очищенные прутки совмещаем, проверяем длину. Длина их должна быть одинаковая и не должна превышать 40 сантиметров. Сейчас мы с вами замерим, подходят ли прутки к этому параметру. Смотрим, совмещаем 35 сантиметров, то есть еще 5 сантиметров у нас есть допуск, то есть все подходит по фэншую. Теперь нужно сделать, разделить пруток, необходимо разделить на две части. Одна часть будет поисковая, это будет передняя часть поисковая, и вторая часть будет крепление этого прутка в руке, то есть он должен находиться вот в области зажатия 4 пальцев. Так что я думаю, что вот так. Сейчас мы замерим. Так, 4 пальца. Ну вот под этот обрыв бумаги примерно. Сейчас мы замерим снова. Так, значит, область держания у нас 10 сантиметров. Ну, соответственно, 25 сантиметров – это поисковая область. Слышите звучание? Сжимаем 10 и гнем. Гнуть надо, в общем, не 90 градусов, а угол, чтобы был чуть меньше 90 градусов, где-то градусов 85-80. И причем в обеих одинаковый угол должен быть. Ну, примерно вот так вот. Ну, таким образом у нас получилось две вот таких поисковых рамочки. И сейчас я с вами попрощаюсь. Ну, а уже попытка использовать эти рамки в поисках Шамбалы в своем дворе — это будет уже отдельный фильм. Всем спасибо, всем пока.